Преимущество службы в армии в действии. Так, 44 военнослужащих регионального командования Баты стали обладателями специальных сертификатов. Они дают им возможность без ЕНТ поступить на грант в вузы страны. Из них двое служат в части 5517. С ними встретилась наша съемочная группа. Всего в конкурсе приняли участие 6400 военнослужащих Нацгвардии. 621 сумел завоевать сертификат. Чтобы быть в рядах этих счастливчиков, солдатам нужно иметь отличную физическую и военную подготовку, иметь психологическую закалку и быть удачливым. Последний фактор особенно важен, ведь выиграть грант – это как лотерея. В течение периода обучения бойцы получают оценки по предметам боевой подготовки, учитывается их психологическое состояние, а также дисциплина, воинская дисциплина. В конце каждого периода обучения выставляется общий рейтинг. Затем, для исключения коррупционных рисков, все данные заносятся на специальной платформе, которая доступна у нас в нашем сети интернет. Затем, по окончании года, проводится общий конкурс. Без учета человеческого фактора. Куанышбек Муратов мечтал стать военным еще с детства. После школы отучился в колледже и отправился в армию. Еще раз парень убедился в своем выборе, когда узнал, что у него есть возможность получить еще и высшее образование. Благодаря отличной дисциплине и столь же качественной подготовке боец сумел победить. Теперь у меня есть возможность учиться в военном институте сил воздушной обороны в Актобе. С момента, как я о нем узнал, мечтал именно там получить образование. Благодаря службе в армии мечта сбывается. Табарак Алинур приехал в Уральск из солнечной Алматинской области. Армия для него стала прекрасной школой жизни. А теперь по окончании военного курса он получит еще и высшее образование. Я очень усердно учился и хорошо справился, проходя военную службу. На стрельбище меня хвалили командиры. В начале службы было непросто, но я справился. Здесь поддерживают чистоту и порядок. Мне это нравится, и на службу я пришел добровольцем. Между тем, в воинской части 5517 служат более 400 срочников. Каждый имеет право участвовать в конкурсе на грант. Подобный проект реализуют два раза в год. Алексей Кочемасов, Адильбек Исаков, Алихан Исказиев, Акжай Кокпарат.